Всем привет! У меня в руках ножовка для распилки пенобетонных блоков Steyr 2.15.097. Длина режущего полотна 700 мм. На каждом втором зубе есть напайка из твердого сплава. Благодаря этому пила ровно и быстро пилит материал. Рукоятка двухкомпонентная, сделана из ударопрочного пластика с резиновыми вставками. Не скользит в руке и обеспечивает уверенный хват даже при работе в перчатках.